А что говорить-то? Я не знаю. Собрались в Ташкент, блядь. Собрались. Это Алма-Ата сейчас. Сколько время? 7 часов утра. 7:07. Ну, 7 часов утра. Вот. Пеня, страшно. Коленки трясутся, непонятно от чего. От страха или от холода, или от того, что не жрала уже сутки. Как бы. Приключения. Ю-ху. Прошло 4 минуты, и мы вспомнили, что, оказывается, мне нужен паспорт. Мы вспомнили, я знала. Мы едем за паспортом. Продолжение приключения. Мы едем за паспортом. Люди меня поймут. Ставьте лайки, если вы меня поняли. Репост, подписка. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик. Вау, яма! Фу. Так близко холодно. Поля, луга. Цыкай, ты в кадр не
все еще едем. Какой километр? Я уже сбилась. 450. Что-то там. Все показатели в норме. Правда, правда, мы разбили очень много жуков об лопуху. Пострадавшие есть. Жуков много. Жирненький вон там был. Проветривается. Скрозничок. Музычку слушай. Только не слышно. Я видео записываю, поэтому и не слышно. Потому что YouTube же блокирует. Мы в Таразе. Вон он Тарас. Такой маленький, боже ж мой. Что это такое? Шоцы, комуцы, кудацы. Тарас! Какой-то он странный. Крайне мебельный вот этот вот со стульями, куда мы приезжали. А у них где-то в центре города. Это центр Тараза. Еще впереди Шымкент, надо на Шымкент посмотреть. А, мы его объедем. Не-не, мы заедем. А, заедем. И это, так я понял, главный проспект. Да. Она их, вот их гордость. Мини-Атакент. Прикольно. Все еще не выехали из Тараза. Чуть-чуть осталось до Ташкента. Еще границу надо пить. Нам. Такое же холмистое место. Холмистое плюс улочки вот такие, какие-то двухполосные, трехполосные. Город? Вот какое-то станица. Там вот низ города, там домики какие-то частные. Тебе нос случайно влез. Ну там только нос. Вот какой-то комплекс живой. Зелененькое заведение. Или что это? Зелененькое здание с множеством заведений. Ой, а чего я гуляю? Это ёп. Что происходит? Что происходит? Это что это же такса? In 300 meters, turn left onto Bader's and off street. Не знаю. Сейчас, да, поверим? Ну, я так поняла, что да. Ой, вот это что такое? Rixos? Turn left onto Bader's and off street. Rixos сразу видно. У него своя стилистика. А, да. Rixos. Вон еще что-то. Ну, это типа какой-то дворец республики, наверное, концертный зал там большой, что-то такое. Похож на наш чем-то дворец республики. Блин. Реально на Тбилиси похож. Кому на Тбилиси, а кому на Турцию?
35-й автобус. Автобусы такие же. Нахрен встану на полдороги. Плевать я хотел на всех остальных. Дорожки делают, вон какой-то там фонтанчик делают. Просто она молчит, значит, там прямо. Ну да. Ну, какая-то эльфа башня. Эльфилева. Что, дальше снимать? Ну, город не поснимаем, интересно. Снимаем, да. Только батарейка у тебя садится. Такие светофоры необычные. Красный, желтый, потом зеленый. И в обратную сторону также. Что-то university. Turn right, then slight right. Turn right, then slight right. Интересные у них такие повороты, смотри. Прикольно, да. Остановка, вот она стоит, никому не мешает, нафиг. Ой, это что такое? Это какой-то театр? А, нет, это что-то государственное. Continue on Takhan Avenue for 4 kilometers. Что? Continue что-то там for kilometers. Смотри, какой фонтан. Какая милота, это что, тюльпан? Тюльпашка. Будет зимой. Шымкент, город тюльпанов. Продолжаем. Мы все еще в Шымкенте. Мы все еще в Шымкенте. И нам нравится Шымкент. Ну, красивый, красивый, чистенький такой. Ну, воздух, конечно, не чистенький. Вон там аквапарк. Чуть-чуть горочки торчат. Вот это вот все аквапарк. И у них, ну, такой с виду со стороны неплохой зоопарк. Все так симпатичненько, большой-большой вокруг зоопарка, тоже парк какой-то. Нам нравится Шымкент. Прям not bad. Есть, конечно, с чем поработать. Ну, ты всегда найдешь чем поработать. Больница, номер 13. Проспект Республики, мы должны были на него выйти. Да, сейчас. Проспект Республики. Так, уже 5 часов, да? Еще херачить. Да, мы на проспекте Республики сейчас. Я, если честно, жду, когда уже солнце начнет садиться. Как-то пипец жарко. А сколько там? 33! Кондёр не взял включать! Потому что машина начинает греться. Ну пи. Психи. Пи! Не ты машина. Кто нас будет смотреть, хрен? Кто смотрит, простите. Мы нечаянно. Мы такие. Я художник, я так вижу. Вон, где пашка.
Казахстаном. Сейчас 18:39. Сейчас посмотрим, сколько это все займет. Я уже все. Да, поменяли тенге в суммы. Мелочь, но приятно. У меня миллиончик, и тему полтора. Нам, короче, сказали, что пассажир, который едет нам за рулем, расставаться. Сидит отдельно. Сидит. Идет отдельно вон в той очереди. Короче, давай, пока. Увидимся на той стороне. Прошел казахстанскую границу. Подъехали к узбекскому. Не знаю, сколько еще будем здесь стоять. Наконец-таки мы в Ташкенте. Ну, это, конечно, сейчас не Ташкент, а так, задворки. Хай. Это был... Границу я прошел за 2.5 часа. На самом деле, с моей стороны все окей. Проходила я нормально, все очень вежливые, все нормально разговаривают. Никто там не задавал странных вопросов, улыбчивые, спокойные. Единственный косяк лишь в том, что я ждала Тиму 2.5 часа. Сама я прошла обе границы минуты за 7. И я ждала Тиму 2.5 часа. Но на улице тоже было, конечно, страшненько, потому что толпа непонятного народа, автобусы, люди, таксисты. Но все таксисты, которые ко мне подходили, девушка-красавица, вот, я говорила то, что я жду мужчину, он проходит на своей машине, они сказали, все хорошо, хорошего вам отдыха, всего доброго. Ну, то есть никто не надоедал, не приставал, было норм. Теперь ты делись своим пиздецом. Я не могу, мне надо лечь, чуть-чуть осознать. Обнять свои коленки, сесть под стол, обнять свои коленки. Да, мне надо принять душ, мне надо пожрать и наконец-таки выпить пиво. Все. Заказали доставку, пиццу, цезарь, какие-то там сырные палки, 2 порции фри. Счет вышел с доставкой около 100 тысяч примерно. Приносят, пиццы нет, зато за место пиццы есть чудо-салат цезарь, который стоит 18 тысяч. Для которого не прилагаются вилочки. Приняли решение, что они нам сейчас пиццу привезут. Нахрен. Мы ждали все это божество почти 2 часа. Заплатили за это все. Сколько? 120 тысяч? Ну, примерно так. Пицца так себе. Но на голодный желудок все идет. Все, тебе ничего сказать. У нас Тимир Жол, а у них Тимир Йоль Кассалары. Мы купили билеты в Самарканд. Мы, правда, не на сегодня, на завтра. Отдали 12 тысяч тенге, 280 тысяч сум. Но мы посмотрим Самарканд. Ю-ху!
Сегодня погода, да, классная? Погода классная, настроение отлично. Гуляем по Ташкенту. Тут красивый, да, город? Анна, а? Что вы скажете насчет Ташкента? Мне нравится. Пошли так пройдем. Или пошли туда пройдем. Мы же гуляем. Сим-карту дойдите, а, кто-нибудь. Смотри, Надь, можно идти и снимать? Я буду идти и снимать. Влог. А потом будете вот такое... трясущееся. Почему? Где-то стабилизация хорошая. Потом посмотришь. В Ютубе. Подпишись и ставь лайк. Ну все? Где сим-карта? Я медленно делаю, как ты сказал. Не могу я медленно делать. Делай медленно. Вот они, ташкентские, советские постройки. Ну, красиво, да, выглядит? Симпатично, аккуратно. Не как у нас. Не, ну, просто коробка стоит и все. Эти, которые стоят в ЖКСУ, например, да, вот такие цветочки. Вот что-то, флаги какие-то висят. Ну, конечно, мерзкий голос, но переживете. Сим-карту. За 1000 тенге у нас есть на 3 дня 3 гигабайта. Не 3 дня, а 30 дней. Ну, на 3 дня, чтобы люди понимали, что этого будет достаточно. Мы пришли на базар Чорсу. Сейчас будем орешки выбирать. Конечно, здесь жесть происходит. Мы перепарковались вообще. Так как мы еще никогда в жизни не парковались. Далеко. Посмотрим, что здесь есть, да? Он внутри красивый. Только никого не слушай, сразу иди. А то они сейчас начнут апа-апа. Апа — это у них сестра. Они бабушка. Ты меня, если что, вытягивай от этого ужаса. Да сейчас. Каждый сам по себе. Так что извиняйте. Он прям громадный. Что делают? Для плова набор специй. Шесть. Можно перегреть.
едем на куда? Центральный Плов. А это, я так понял, у них спальные районы. Что такое? Он просто встал и все? Ему так захотелось? Потрясающе. Мусора. Жара неистовая просто. In 300 meters, turn right onto M. Turgundovo Chossey. Это в тени, наверное, 34. Мне кажется, на солнце все 40. Дороги просто хлам. Не, ну не все же дороги хлам, вот такие маленькие. Зачем она меня повела по таким дорогам? Понятно. Детки шпионят. Чем-то было. Ну, домики такие. И симпатичные были. О, алматинцы. А, точно, я внимание. О, алматинцы. О, алматинцы. Ну, я и говорю. По городу квартиру так и не нашли. Надо, короче, все это заранее делать. А еще узбекам цены в 2-3 раза меньше, чем иностранцам. Имейте друзей в Узбекистане. Надо иметь знакомых везде. Жара неистовая. Прикол. Короче, чтобы снять квартиру, нужно быть замужней парой со свидетельством о заключении брака. По-другому вас не заселят. Что я даже говорить ничего не хочется. Где здесь поворот? Ну! Я потеряла кошелек, и я не заметила, как его потеряла. Прошло 2,5 часа, нам позвонили и сказали, что нашли кошелек в центре Плова. Я не знаю, что содержится в моем кошельке и отличается ли содержимое от того, как я видела свой кошелек в последний раз. Но хотя бы кошелек на месте, и в нем есть УДОС и паспорт. У меня все. Amazing, блядь. Приехали в центр Плова. Приехали в центр Плова. Они вот нам позвонили, сказали, что я нашла, что я потеряла кошелек. Мы с Тимой купили утром номер, и все ты документы от этого номера. Все документы от этого номера. Они были в кошельке. И вот так вот этот человек. Вышел на нас, позвонил, и более того, я ему предложила деньги, оставила как на чай, он не взял, сказал то, что сейчас священный месяц, Рамадан, ураза, и он рад, что сделал доброе дело. Я в шоке, Узбекистан, спасибо. Покажи кошелек. Кошелек мой любимый. Шо? Если мой сестра узнает, что я его потеряла, она мне башку оторвет. А я ей скину ссылку. Нет. На это видео. Я сейчас отправлю. Вот так вот.
жарище неистово. Включили кондёр, сейчас будем тестить, не загорится он у меня в машине. Вечерний Киев, хотел сказать. А? Ташкент. Горго вечерний. Вот вечером классно гулять. Ладненько, солнце не печет, все еще хочется жить. Смотри, как галдеж, а? Ну, ласточек здесь дофига. Это не ласточка. А, да? Это вот эти вот индийские, пакистанские дрозды, скворцы, как они там называются, которые всю Алмату заполонили и синичек выгнали. Вот это они. Да ладно. Не поверишь. Галдёж. Ты знаешь, о чём они говорят? Моё место, я здесь спать буду. Она громадная, она больше, чем гостиница Казахстана. Реально больше. Она, знаешь, как типа вот это была же в Москве гостиница, которую снесли. Космос. В фильме «Ночной дозор» Жанна Фриске вот так вот на машине ехала, помнишь? Его не снесли. А? Не снесли. Вот такую громадину можно снести. Ну вот так. О чем ты говоришь? Вообще. Женщина. Хотя. Он закат. Я прям вижу, как ты во влог вставляешь. Но у нас вот точно такое же, это фонд. Кого? Береги? Да, слышу. Нет, ну у нас вот такое здание. Тафон Тарик. Пойдем быстрее! А где у нас такое стоит? Да? Ты быстрее иди. Я и так иду быстрее. Мне не нравится это здание. А
Че тебе? Лайк. Че? Айфон, конечно, камера подводит. Не помню, какое число сегодня. Едем в Южный вокзал, в этот, в Самарканд. Была идея поехать на метро, но... Тележка со сладостями, тележка со сладостями. Но так же она кричала. Вот это называется бизнес-класс по-узбекски. Угу. Где вот тот бизнес, где тот класс? Здесь просто коврики посмотрели. Обедали канадской сосиской. Тебе было вкусно канадская сосиска? Мне было просто, ну, приемлемо. Но Канады было там недостаточно. Недостаточно. Коробка. Это что-то тут лежит. Отдай. Че? Отсоснешь? Участникам? Да, участникам. Спели? Да. Спели. Ты создаешь
Ладно. Это ситуация на дороге. Сорянчики. Я турист, я не знаю. Короче, мы находимся вообще сзади всего, вот если ориентироваться по этим рисункам, кассы за этим зданием. И мы ходили вокруг, ходили, гуляли, гуляли, ходили, там сидит с той стороны охранник. Мы просто обошли вот так вокруг и прошли через эти ворота, которые всегда открыты. Там замок висит, но замок висит на одной вороте, а вторая ворота нараспашку открыта. И мы зашли, пофотографировали все изнутри. Всей толпой не советуем так делать, но, ну, конечно, там висит камера. Короче, у нас получилось, у вас, может быть, тоже получится. На той стороне можно перепрыгнуть, если нет охранника, там камеры нет. Самарканд. Довольно-таки красивый город, да? Красивый, мне нравится. Но ни один фан-фан. И ветерочек хоть есть. Ну, она громадная. Мне кажется, мы пока до туда дойдем, мы сдохнем. Что-то мне какая-то гадость в рот залетела. Это самый красивый потолок, который я когда-либо видел. Просто потрясающе. Колонны просто. Это мечеть. Тутовник или шелковица.
будешь заходить? Хочу, да. Много хочешь, мало получишь. Вот караоке. Может попасть в караоке и церковь. Караоке и церковь. Это у нас Самарканд. Христос воскрес. Калитка открыта. Чё только один раз. Все так походим вокруг. Построен в 1912. По 4 человека. По 4 тысячи. Будет 16 тысяч. Ну вот так будет ехать. За вокзал, вокзал. Дальше. Дальше играл. Вот так. И заметьте, если хоть у нас в машине. Очень грязно. Хрезнучая, хрезнучая. Все, мы поехали домой. Ура! Пока, Ташкент, едет. 9.08. Мы на границе. Я звоню домой. Надеюсь, все пройдет быстрее. Шымкент. И мы снова встретились. Сказать, что я рада, но земля уже хорошо. Мне хочется вам матушечку. Камеру. А я буду снимать камеру, как она снимает меня. Это у нас Шымкент Плаза. Коненько. Вон там впереди что-то театр какой-то. Мы так и живем. Да не разорвался.
мотыли. Фокусируется.